Североказахстанские полицейские задержали подозреваемого в дерзком ограблении. Налет произошел в Акжарском районе в ноябре прошлого года. Тогда четверо неизвестных в масках ворвались в здание ТО «Талшикастык ЛТД» и, угрожая предметом, похожим на обрез, похитили более 170 миллионов тенге. Все эти месяцы шла кропотливая работа по розыску грабителей. 10 декабря во время служебной командировки в столицу североказахстанские полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 33-летний житель Кокшетау. Сейчас он в следственном изоляторе столицы. Это второй подозреваемый из группы нападавших. Первого задержали в январе. Остальных еще разыскивают.